Богу, ездить, видеть Церковь Божию и участвовать в жизни Святого Божьего народа. В прошлые выходные я был в Нью-Хэмпшир. Это тоже одна из церквей, которая входит в общение как бы тех церквей, которые Петр с Галиной посещают, эти пасторские общения. Вот. Просто уникальное время мы имели там. Тоже такая небольшая, очень дружная, семейная церковь. Вот. И я имел возможность там тоже служить, играл в группе прославления. Сегодня было неожиданно очень для меня, но мне очень было приятно, что братья меня пригласили, я смог вместе со всеми славить Господа. Вот. Мне это очень нравится. Вот. Но не менее мне нравится славить Господа в тех песнях, которые дал мне Господь. И, возможно, вот эту песню вы помните с того раза, я ее повторю, но две остальные, они абсолютно новые, потому что я записал новый альбом в 2007 году, и Бог мне дал уникальную возможность побыть с этими песнями в Израиле. Вот. Это просто было уникально. Вот. Мы дружим с одной церковью, с одним пастором, возможно, он был здесь, Даниил Матяш такой из Хайфа. Вот. И он пригласил меня туда, и я поехал и служил, и это было просто удивительное время. И, братья, я попрошу вас сейчас поставить четвертую песню, хорошо? Что? Аллилуйя. Вот. Техника, да, техника современного времени, она такая вещь уникальная. С ней нужно, да, нужно очень так осторожно, нежно. Значит, церковь в Израиле. Вы знаете, я был очень приятно удивлен, что церковь в Израиле, они очень свободные, очень открытые. На тот момент, когда я приехал, я немножко волновался. Я тогда еще не был гражданином, мне нужно было получать визу, и я пришел в посольство, и там же задают вопрос, ты чего ты едешь, да? И вообще Израиль как бы, на то время, он не был страной слишком открытой для христиан, да? Сегодня, между прочим, хочу сказать, ситуация очень поменялась в лучшую сторону, очень, просто уникальным образом. И в частности, большую роль в этом сыграли евангельские христиане, в частности, телеканал ТВ. Знаете, вот их работа, их сотрудничество с политиками этой страны, с общественными организациями, их участие в жизни Израиля открыли очень много дверей для евангельских христиан, для того, чтобы сегодня можно было помогать этому народу. В первую очередь, действительно, просто помогать. Вы знаете, на прошлой пасторской один пастор из Филадельфии, Леонид Мироненко, он очень интересную вещь заметил, что мы немножечко порой все равно корыстно помогаем людям. А я помогу, он церковь придет. Да? В первую очередь, все равно, наша цель помочь человеку, да? Во имя Господа Иисуса Христа. Не просто я как бы куплю тебя этой гуманитарной помощью, я куплю тебя моим посещением, вот я тебя посещу в болезни, вот, ты мне должен будешь, ты в мою церковь должен прийти. Не во имя этого, а во имя того, чтобы помочь человеку, чтобы сделать это доброе дело. В первую очередь, и поэтому, когда мы открыли наши сердца, мы, я включаю сюда всех евангельских христиан, которые любят Израиль, которые молятся за Израиль, которые жертвуют финансы на Израиль, когда мы начинаем это понимать, Бог делает чудеса. Но я тогда ехал, я очень волновался. Я сказал, я еду к друзьям. Но вот на самом деле мои друзья. Я же не буду говорить, что я еду в церковь, да, кто мне визу не дадут. Вот. Сегодня, предположим, ситуация абсолютно другая. И когда я приехал туда, это была одна из первых встреч президента телеканала ТВН Игоря Никитина с представителями Кнессета в Израиле. И они сказали, ну, конечно, мы сделаем все условия, чтобы христиане с разных стран, России, Америки, Европы могли приезжать к нам. Мы сделаем скидки на авиабилеты, мы сделаем скидки в гостинице, мы сделаем скидки на любые туристические мероприятия. Вау! Я общался с этим пастором Даниилом, но ты не представляешь, какая теплота шла от этих людей. Они говорили, вы знаете, мы видим, что сегодня действительно христиане в Израиле, они являются таким положительным ядром для нашего общества, от них идет помощь, они служат в армии, в отличие от некоторых других, я не буду еще звонить об этих людях, они служат в армии, они помогают защищать границы нашей страны и безопасность нашей страны, они работают на производство, они не тянут из социальных программ государства деньги. Вы знаете, я смотрел на Израиль, я отчасти был очень удивлен. Мы воспринимаем Израиль как очень богатую страну, как благополучную страну. Там не все так красиво. Почему? Потому что с 56-го года военное положение. Они только успели что-то восстановить. Бах-бах-бах, бомбы. И снова нужно строить, и снова нужно восстанавливаться. Это нужно огромные финансовые средства. И если гражданин, он работает, значит, он приносит пользу.
значит, государство может что-то делать. Если он не работает, а только тянет из государства, государство не может себе позволить это сделать. И христиане участвуют в жизни страны. Они делают что-то позитивное, они молятся за эту страну, они хотят ей благополучия, они говорят, конечно, мы хотим сотрудничать с этими людьми. И я просто был настолько удивлен. А сегодня, когда прошло 3 года после этого, это совсем другой уровень общения, это совсем другой уровень развития взаимоотношений. Сегодня проходят такие просто феноменальные конференции. TBN, CNL делают их. И это просто здорово. Аллилуйя. Я очень рад тому, что я тоже очень люблю Израиль, и во всех городах практически больших в Америке есть мессианские общины. Это здорово, аллилуйя, что сегодня евреи познают того, кто пришел во имя них. Иисус стоял у Иерусалима и плакал. И я говорю, что ты плачешь? Ведь я столько раз приходил к ним, и они не принимали. Он не пришел к язычникам, он не пришел к чему, он пришел к своим детям, он пришел к евреям. Аллилуйя. И сегодня, Иисус прошел много, и сегодня то, что он прошел, то, что он сделал для них, начинает к ним открываться. Это просто уникально, аллилуйя. Это просто здорово. Поэтому первую песню я хотел спеть, что приходит время познать Иисуса Христа. Наступает рассвет. Рассвет в жизни каждого из нас. Наша душа пробудилась. Каждый разумный человек задает себе жизненный вопрос, где он будет и вообще для чего смысл его жизни. Аллилуйя. И мне нравятся евреи, и особенно славянские евреи, потому что мне вообще нравится славянский народ. Когда я смотрю на одну сторону славянской жизни, я замечаю уникальные очень вещи. Я замечаю вот русские праздники. Они очень веселые, они очень наполненные, обширные. Да, там, значит, что, блины, масло, да. Там, значит, что еще? Там радость, таким нескольким, там хороводы, там огонь, прыжки через огонь, вот, и все остальные вещи. Вы знаете, мне очень печально порой, что когда люди приходят в церковь и познают безначального, они теряют. Вот эти вот вещи, они считают, что это было каким-то таким неправильными вещами, наваждением каким-то, греховностью какой-то. А ведь наоборот. Дело в том, что просто Бог меняет приоритеты и направления. Просто ты продолжаешь радоваться, но уже твоя радость, она не просто исходит от спиртного. Твоя радость не исходит от твоего социального положения, как сегодня было сказано. Твоя радость не исходит от материальных благ. Твоя радость исходит от того, что ты знаешь, кто ты есть. Аллилуйя. Ты знаешь, что такое быть человеком. Я считаю, что без Бога невозможно знать, что такое быть человеком. На все 100%. Только в Боге ты познаешь действительно, для чего ты живешь, для чего ты родился, и что ты должен делать, и действительно быть полезным этому обществу, людям. Без Бога невозможно. И когда ты это познаешь, да, конечно, тебе не то, что в хороводы, тебе в 3 хоровода хочется стать. Халлилуйя, Господь, я не знал и узнал. Я был мертв и ожил. Я был далеко, а стал близко. Я был без тебя, а теперь с тобой. Аллилуйя. И это не просто, как видели, такая американская улыбка. Нет, это действительно радость, которая исходит изнутри. И как сегодня говорили, невозможно иметь что-то внутри и не проявить снаружи. Невозможно. Если ты радуешься внутри, ну что это за... Ну, объясните мне ее. Знаете, мне очень нравится русский язык. И один проповедник сказал, что я тебя люблю, да? Есть такое выражение, я тебя люблю. Вот. А если присмотреться, да, то порой за кафедрой звучит, я тебя люблю, а звучит, я тебя убью. Потому что выражение такое немножко, как бы каменное, вот такое, строгое, такое, я тебя люблю. Но я не верю. Извините меня, простите, пожалуйста, я не верю в такую любовь. С каким-то непонятным выражением лица, с каким-то непонятным поведением. Я понимаю любовь, когда обнимаю. Я понимаю любовь, когда дарят улыбку. Я понимаю любовь, когда протягивают руку помощи. Вот это и есть любовь. Вот это вот стремление действительно быть частью с каким-то человеком. Вот это и есть любовь.
Аллилуйя. И Бог дал нам, да, нам, славянам. Поэтому сегодня нам не нужно прыгать через огонь, а мы находимся в огне Духа Святого.